Для того, чтобы украинский вопрос был на повестке дня во время переговоров мировых лидеров, официальный Киев должен не только обращаться к международным партнерам с просьбой о помощи и поддержке, но и демонстрировать реальные результаты в борьбе с коррупцией. Об этом заявляют оппозиционеры, отмечая при этом, что в частности в экономике результатов пока не видно. Украинская тематика, к сожалению, уже ушла с первых лент, с первых позиций, потому что есть определенная усталость со стороны европейцев, американцев от Украины, даже не от Украины, а от позиции сегодняшней власти, которая подменяет реформы грабежом национальных ресурсов, масштабной коррупцией. И европейцы и американцы видят, что, требуя помощи, сама сегодняшняя власть подобного рвения в достижении успехов в борьбе с коррупцией и проведение реформ не проявляет. И наша задача показать, что мы сегодня можем снять эту власть, сменить ее и сделать так, чтобы страна была предсказуема.